Всем привет! У нас сегодня наконец-то прошел хоть небольшой дождик. Не знаю, насколько он промочил землю, но вроде бы обещают, что будет в течение дня идти. Поэтому будем надеяться, что он все-таки землю промочит нормально. И все пойдет расти. Это немного моих цветочков. Сейчас в основном цветут тюльпаны, ранние красные. Немножко мускари. А вот еще царские короны. У меня было очень много крокусов, но не отцвели до моего приезда. Хочу их рассадить, вот эти вот поляны. Здесь две. И вот там вот еще одна за пионами. Хочу их в этом году выкопать, попересаживать. Уже они лет 10 не пересаживались. Так что вот такая вот у нас погодка. Вот вышла утром, птички поют с чашкой кофе. Класс. Вышел за порог и на природе. Вот чем я люблю жить в доме. Это не то, что в квартире. Конечно, хочется уже выйти на работу. Надеюсь, что скоро карантин закончится. Вот крыжовник уже начал цвести. Это сорт называется Invicta. Хороший желтый крыжовник. Устойчивый к болезням. Урожайный. У нас вот тут рядочек. Ну вот дождик клубничку полил. Правда, серединку я не допушила. После подкормки поднимается уже. Формируют пышные кустики. Там вдалеке цветет золотистая смородина. Вот решила показать ее поближе. Такой вот кустик, весь облепленный цветами. Красота. Очень люблю весну. Все просыпается, зеленеет, птички поют. Классное время года. Хоть небо и серое, но все равно классно утром на природе слушать весенние звуки, пение птиц. И гавканье собак. Петух поет у кого-то. Вот так вот утром выходишь и заряжаешься энергией. Это у нас была раньше речка. Только она уже лет 5 как высохла. Такое маленькое болотце. А это всходы молодой люцерны. Так вот посходили уже рядочки. Как раз дождик нужен сейчас для нее. Как и для всех огородных растений. Да и не только. На этом все. Всем хорошего настроения. До новых встреч.